Публичные люди Крыма появятся на телеэкране без галстука. Человек должен, во-первых, прежде всего заниматься тем делом, которое он очень любит. Мы заглянем в гости к политикам и бизнесменам, артистам и общественным деятелям. Борис Иванович, 42 года здесь работаю. С лишним. Проект «Моменты» о чувствах, характерах и темпераментах. Падать очень легко. Секунды, и ты внизу. Не пропустите узнать тех, кто вершит историю. 15 января в 18:40 на телеканале «Первый Крымский».